Что значит благодать? Ну, наверное, на этот вопрос трудно ответить. Трудно ответить, как сказать. Есть милость – это когда нам прощаются наши грехи. Есть благодать – это когда нам сверх наших усилий дается попутный ветер в наши паруса, когда мы движемся в сторону не грешить. Для наших усилий не грешить. То есть мы получаем какой-то внутренний дар, который дает нашей природе возможность, да, благо, благодать, подаяние блага, которое нам позволяет быть лучше. То есть если мы становимся лучше, пытаемся становиться лучше, двигаемся. Нас ветер попутный несет, даже если мы парус не открываем. То есть работа Всевышнего в нас, которая дает нам это, двигает нас, постоянно двигает нас в сторону добра. Вот, позволяет нам исполнять Божью волю. Помогает нам побеждать эту природу.